У нас в гостях Максим Шульженко. Максим, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Добрый день. Я представляю компанию «Крестьянские деликатесы», которая предлагает качественную продукцию, изготовленную из отборно чистого сырья. Находимся мы в Саропольском крае, в городе Светлоград. Изготавливаем, значит, мы изделия, мясные изделия из мяса свинины, баранины, конины, птицы. Также у нас еще есть эксклюзивные виды колбас. Скажите, уже третий день выставка. Какими успехами можете похвастаться? Выставка нам очень понравилась. Мы первый раз представлялись на этой выставке. Действительно, выставка мирового класса. Мы уже обменялись контактами с нашими, так сказать, потенциальными партнерами не только из Российской Федерации, но и из соседних стран, так сказать, зарубежья. Да. В следующем году планируете выставляться? Да, конечно, обязательно. Я думаю, даже начнем прод-экспо февральское. Я думаю, выставка, мы уже там будем представляться, да. Потому что, так сказать, у нас прошла очень продуктивная. Спасибо огромное.